Привет, дорогие друзья, с вами Хомячок, и я вас приветствую в игре Russian Licht. Вторая серия рубрики «Коплю на Газель Нерст». Под последним видео мы не набрали 5 лайков, так что не будет недели Russian Suf. А хотя нет, наверное будет, если вы успеете до воскресенья, Вот. Если вы наберете 5 лайков под последним видео в Russian Suf, то будет неделя Russian Suf. В понедельник начинается и заканчивается воскресенье. И вот, я передаю привет моему подписчику Кучич. Да, по-моему, правильно. Вот, и кто больше наберет комментариев, тому... Кому я передаю, передам привет обязательно. Ну что ж, заводим автомобиль. И вот в предыдущей серии у нас было, ну, намного больше денег. Но, конечно, у нас... Ну, у нас, конечно, меня вообще ДПС остановил. У меня, оказывается, не было, я думала, у меня права были. Вот. Я думала, у меня права были. И там страховка что-то слишком старая. Страховка оказалась, вот. Слишком старая. И вот. Еще пока заправлял, еще вообще очень много надо было на починку газели вложить денег. Вот, в газель. Очень много. Так, ну что ж, поедем мы на базу. Вот. На базу дальнобойщиков. Но мы пока что на газели. Вот. У нас вот какой-то туман большой. Давайте в дрифте немножко. И пока я сюда ехал, да, меня ДПС остановила. Полиция ДПС. Машина ДПС меня остановила и забрала права, потому что я нарушил, немножко переехал сплошную двойную и еще проехал на красный светофор. На красный цвет светофор. Я пока выбираю гаруш какой брать нам. Ну, давайте груз возьмем. Так. Тут у нас груз какой, на сколько? Нам тут 18 тысяч заплатит. По расстоянию я не смотрю. Так, 3 тысячи. Нет. Вот второй ангар, это наш. 18 тысяч, давайте поедем. Ну, вот такие вот делишки. Очень много я денег потратил на газель. А почему я не взял маршрут? Или мне ДПС не назначил, куда ехать? Так. Нет, нет, не в этот бокс. Так, назад. Слишком мало. 3000 за 800 метров. Оп. Оп. Стоять. Все, взяли. ДПС нам проложил маршрут, включаем поворотник и поедем. И, кстати, спасибо за подписку на канал. Кстати, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь видео друзьям. Вот. Всем пока. Ну, нет. Так, груз довезем и, может, будем прощаться, но не знаю. 107 тысяч у меня в кармане, в сумке большой такой. Собираем на Next, на Газель Next. Тише. Чуть не по дороге едем. Вот, Газель Next в СБУ стоит 1 500 000. А в автосалоне, я не знаю, они их продают, наверное, да, продают, потому что она не такая старая машина. Вот, она стоит 2 000 000 где-то. Вот, новая. Ой-ой-ой, нас развернула.
Хорошо то, что перед ДПС, когда меня останавливали ДПС, я вот так, меня так свернула, то так большой штраф бы выписали. Что-то проводка что ли сдулась, колесо может сдулось какое-то. Так, ну что ж. И спасибо на предыдущей серии, давно она, к сожалению, была. Серия про Russian Soft. Ой, про Russian Licht. Вот, вы набрали, по-моему, 50 просмотров и лайков около 70. 7-10. Вот где-то не 70, а 7-10 примерно. Вы набрали. У меня 41 литр. Я еду 95 километров. Зеленый. Так, успеваем. Желтый, быстрей. Тише. Слишком опасно что-то. Так. Нам, я так понимаю, надо ехать в другой город через эту трассу. Ну, будем держать в районе 100 километров по трассе. Так, понятно. Стой. После этой машины. Хоп. Погнали. Ну что ж, я так предполагаю, нам в другой город дам. Вот. По маршруту такому шикарнейшему едем. Так, поворотик. У меня, в принципе, дома нет, я в Газель живу. Ну, потому что козельных схожу. Вот. Давайте поворотик. Тише. Посмотрим, нет никого там. Тише. Виляю. Как. Я сказала, 100 буду держать, сам 113 нет. Ой. Тише. Так. Подъезжаем уже. Так. Давайте наберем на этой серии 5 лайков. Вот. И мне будет очень приятно. Кто напишет больше всего комментариев, тому я передам привет в следующем видео. Тише. Опять меня развернуло. Так. О, как близко к дереву. Так. Давайте выезжаем из леса этого. Давайте. И еще напишите в комментариях, какую длину видео вы хотите. 60 километров. Ну ничего, давайте. Поедем 60. Хотя нет, давайте Газпром. Нет никого, потому что ДПСники, наверное, спят уже. Ой. Чуть не врезались. Так, зеленый. Успеваем. Тише. Чуть не врезались. Ой, давайте нажать проедем. Ну, на самом деле, я не знаю, как об этом говорить. Вот, если ДТП произошло. Ну, все, красный. Эй, ты куда поехал? Так. Чё, дырек? Ой. Куда он? А, зеленый. Я думала, он на красный поехал. Хоп, дрифт немножко. Ой, даже дрифт не был. Так, ну, мы подъезжаем. Так. Конечно, у нас городок маленький. Вот. Пишите в комментариях, понравилось ли вам это видео. Ой. Так, разворачивать быстрее назад, а то может машину снести на передок. Вот, понравилась ли вам эта серия? Как у вас дела? Пишите в комментариях еще. Вот. Так, красный опять стоять. Ой. А как я сейчас увижу, какой сейчас сигнал светофора? А, там зеленый, значит, нам красный. Все, сейчас зеленый нам будет, да. Немножко подождать надо и все, выезжаем. Вот, мы подъезжаем уже к другой базе. И сейчас мы получим свои денежки. Вот. Давайте. Вот, поворотник. Хоп. Ой, чуть не врезались. Так,
Давайте еще. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, сейчас. Надо посмотреть под GPS. Вот, нормально. Так, еще надо под GPS посмотреть. У нас тут заправка. Ну, не так далеко. Давайте поедем на заправку. А хотя, мне кажется, уже не надо. Ну, давайте вот сюда же припаркуемся. Куда-нибудь вот сюда. Ну что ж, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь видео друзьям. Всем пока-пока. Пока.